Ma come mai è venuto in mente di mettere così? O è uscita? Ma che la borsa ho fatto io, cioè io sono un'artista. Потрясающая идея надеть колье поверх пуховика. Это может быть куртка, это может быть пальто, все что угодно это может быть. Кстати, сумка, как сказала сеньора, была сделана тоже ее руками. Кстати, мы с вами в Венеции. Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Вот так чистят улицы Венеции. Это очень экологичное очищение. Все происходит под давлением, все происходит при помощи горячего пара. Ну что ж, я принарядилась сегодня, в Венецию поехала, у нас достаточно тепло, вчера мне было очень жарко, я очень быстро передвигаюсь, и поэтому мне, я уже поняла, нужно одеваться несколько легче, чем среднестатистическому туристу. Брови себе нарисовала, для съемки я готова, в маске я сегодня снимала в магазине Fendi. Но сегодня покажу вам стрит-стайлеров, я сегодня была не одна такая стильная и модная. Возможно, вы могли заметить, я снова останавливаю людей на улицах, людей, которые одеты очень интересно, здорово, модно, ярко, стильно. Останавливаю их, если они не спешат, поэтому мое предложение в силе. Приезжайте все в Венецию. В Вероне мы сможем с вами увидеться, в Падуе, конечно же. Ну и вообще во всех красивых городах итальянских вполне возможно, что когда граница откроется, мы случайно встретимся с вами на улицах, и я не смогу не остановить вас, сказав, вы так классно сегодня одеты, можно я вас сфотографирую? Ну что ж, ребята, охотно мне позируют, не знаю, узнали вы или нет, но именно эти герои уже в моем видео появлялись, видео, если не ошибаюсь, которое я сняла на прошлой даже неделе, это была суббота, возможно, я уже не вспомню. Представляете, из Виченцы приезжают люди, и это очень в духе итальянцев. Приехать вообще из другого города вот в таких костюмах. Кстати, подобные костюмы стоят около 3000-3500 евро, если говорить только об одежде. Добавим сюда маску, добавим сюда обувь, и мы получим бюджет 5-6 тысяч евро. Вот так может стоить карнавальный костюм. No, adesso sì, sì, va benissimo così, se guardi anche giù. Вы просили показать вам секонд-хенд. Я говорила, что в Италии секонд-хенд – это не очень распространенное явление. Возможно, какие-то интернет-платформы пользуются успехом. Но вот покажу вам так называемую благотворительную ярмарку. Каждый прихожанин той или иной церкви может принести свои ненужные вещи, обувь, книги, очень часто это игрушки, и потом это все за символическую плату продается. Деньги идут в пользу того или иного прихода, на нужды того или иного прихода. А одежда продается действительно за символическую стоимость. Все зависит от того, в каком качестве находится одежда, в каком состоянии ее принесли. Самый красивый по версии Google Maps супермаркет. Фрителлы являются традиционной карнавальной сладостью, представляют из себя нечто очень похожее на пончик, зачастую внутри с тем или иным кремом, либо с шоколадным наполнителем. Без комментариев. Я когда съем один, у меня есть ощущение, что я наелась на целые сутки. Ci siamo.
Старый кинотеатр, где сейчас расположена аптека. Это пальто Марина Ринальди. Я хотела его себе купить, примерила в 21 размере. Существует также в 17 размере. Могу сказать, что 21 размер на мне хорошо сел. Я бываю в Венеции очень часто, но каждый раз я выхожу на площадь Сан-Марко таким образом, что я удивляюсь, где я вышла. Так же произошло и в этот раз. Но, кстати, я узнала дорогу от Риальто, которая за 3 минуты может привести вас к Сан-Марко. В следующий раз я обязательно этот путь вам покажу, потому что если ты не знаешь, то плутаешь до Сан-Марко не 3 минуты, а какие-нибудь хорошие 1 час и 33 минуты. Меня попросили показывать больше современного искусства. Это галерея современного искусства, которая, когда я снимала, была закрыта на обеденный перерыв, но, насколько я поняла, съемка внутри тоже разрешена. Обязательно мы туда вернемся. Кто-то вспомнит еще из прошлых видео, с прошлого года я снимала так называемых купальщиц. Я спокойно отношусь к современному искусству, очень часто оно мне непонятно. Но купальщицы впечатлили меня, потому что очень и очень похожи на настоящих женщин. Следующую витрину очень сильно засвечивает, но мне хотелось показать вам за 159 евро вот такое пальто. По всей видимости, внутри тоже синтепоновый наполнитель. Сделано это пальто из очень красивой жаккардовой ткани. Посмотрите, очень простой фасон. Я думаю, те, кто разбираются в выкройках и шитье, поймут, насколько простая вещь. Потрясающе эффектно смотрится. Также я увидела платья. Они сшиты из вельвета, но это не что иное, как точная копия тех платьев, которые продаются на рынке. И я их показывала в каких-то своих прошлых видео. И вот они уже снова появились на рынке, эти платья, выполненные из хлопка либо из льна. Я обязательно вам их покажу. Если сшить их из более благородной ткани, получится потрясающая вещь. Так же, как и это пальто. Я мерила что-то подобное, помните, в видеолуке. Но это пальто, на мой взгляд, выглядит даже еще эффектнее, стоит всего 159 евро. Allora ci troviamo il prossimo inverno. Ma il nero con il nastro azzurro o rosa ho visto una volta. Salino. Quelli sì, sono i mozzarelli che pagano. Сегодня я несколько замерзла, поднялся ветер, и я купила себе шляпу в магазине, который по каким-то счастливым обстоятельствам оказался рядом, и там были шляпы, которые мне традиционно очень и очень нравятся.